За прошедшие сутки фактически правительство Киева совершило новую порцию злодеяний и военных преступлений. В ходе артиллерийского обстрела по жилому сектору города Славянск снова погибли мирные жители и дети. Заодно каратели убили и ранили журналистов. Им давно все равно, по кому стрелять. Дети, женщины, журналисты, мирные граждане. Забудьте, все Женевские конвенции давно попраны. Фашистские орды, вторгшиеся к нам с запада, как и 70-летий назад, ни во что не ставят жизнь мирных жителей во имя своих преступных военно-политических целей. Заметьте, не мы сегодня осадили Киевский аэропорт. Не мы бьем из тяжелой артиллерии по мирным городам, по мирным домам. Но зато киевские записные псаки все время меня нас называют террористами. Хочу спросить, кто тут террорист? Кто террорист? Мы не ходили к ним в Киев с войной. Мы защищаем свою землю, свои семьи, своих детей. От коричневой мрази, которая ползет и ползет к нам с западных границ, поедая на пути доллары господ Порошенко и Коломойского и оставляя на своем пути крупы, кровь, коллег и разорение. Как мы и предупреждали Россию и международное сообщество, накануне выборы 25 мая не сделали жизнь мирной, а наоборот усилили противостояние. И Порошенко снова идет к нам проливать кровь, кровь мирных людей и ополченцев. Полем битвы эти нелюди сделали нашу цветущую некогда Донецкую землю. Против народных ополченцев, вооруженных стрелковым оружием, воюют артиллерии, в том числе тяжелой, и используя бронетехнику и авиатехнику. Совет Безопасности ООН не собран. Видимо, сотни погибших не повод для этого. Европа радостно потирает руки, глядя на наши горящие дома. Америка прямо направляет все эти действия и снабжает банды. Мы одни против всего мира. Но я скажу прямо, мы все равно победим. Победим, как здесь. Именно здесь побеждали наши деды и прадеды, как побеждали все народы мира, выбравшие путь свободы. Киевским преступникам не помогут ни американские доллары, ни псаки, ни их агентура среди местных продажных олигархов, которые сегодня с хунтой воюют против своего народа. Начиная эту речь, я хотел призвать международное сообщество осудить это преступление. К черту, пустое! Никто не пошевелит и не пошевелил и не пошевелит и пальцем. Да и что будут стоить их очередные слова о мире? Мы видим результат их мирных усилий, в кавычках, этого мирового сообщества в нашем небе, когда по нам бьют боевые вертолеты, артиллерия. И знаете, мы уже не против символики ООН на бортах этих вертолетов. Она точно соответствует тому, что сейчас происходит. Весь мир сегодня против нас. И мы будем бить по ним так же, как наши деды били по фашистским юнкерсам и фокерам. Мы осудим их сами, осудим их, выкинув этих агрессоров, эту фашистскую сволочь с нашей земли. Мы осудим, закопав их трупы в Донецкую землю. Осудим, невзирая на все доллары, которые им платят их свиноводы, Коломойский и Порошенко. Наше дело правое. Враг будет разбит, а победа будет за нами. Пусть я погиб под Ахероном, и кровь моя досталась псам. Орел шестого легиона, орел шестого легиона, все так же рвется к небесам. Орел шестого легиона, орел шестого легиона, все так же рвется к небесам. Все так же храбр он и беспечен, и, как всегда, неустрашим. Пусть век солдата быстротечен, пусть век солдата быстротечен, но вечен Рим, священный Рим.
Пусть век солдата быстротечен, пусть век солдата быстротечен, но вечен Рим, священный Рим, под палестинским знойным небом, в сирийских шумных городах. Предупреждение Гвоздэго, предупреждение Гвоздэго заставит дрогнуть дух врага. Предупреждение Гвоздэго, предупреждение Гвоздэго заставит дрогнуть дух врага. Кровь под мозоли, нам не в тягость, на раны плюй, не до того. Пусть даст приказ Тиберий Август, пусть даст приказ Тиберий Август, мы точно выполним его. Пусть даст приказ Тиберий Август, пусть даст приказ Тиберий Август, мы точно выполним его. Сожжем в песках Иерусалима, волна Евфрата закален, в честь императора и Рима, в честь императора и Рима шестой шагает легион, в честь императора и Рима, в честь императора и Рима шестой шагает легион. Я погиб под Ахероном, пусть кровь моя досталась псам. Орел шестого легиона, орел шестого легиона все так же рвется к небесам. Орел шестого легиона, орел шестого легиона все так же рвется.